Владимир Владимирович Путин. Как верховный главнокомандующий вооруженными силами, благодарю вас, всех ваших сослуживцев, за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге. Ваш героизм и профессиональные действия помогли сохранить сирийскую государственность, остановить массовые убийства, казни, террор в отношении мирного населения, дали возможность приступить к политическому урегулированию конфликта в этой стране, к восстановлению нормальной жизни и возвращению десятков тысяч беженцев. Поздравляю вас с возвращением. Всего вам доброго. Благодарю вас за службу. Ура!